Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем знакомиться с творческими коллективами детской филармонии города Улан-Удэ. Сегодня это будут коллективы детской школы искусств номер 1 имени Лхасарана Линховоина, образцовый хореографический коллектив Angels. Руководителем этого коллектива является Елена Анатольевна Моисеева. Этот коллектив был создан в 2007 году, а вот в состав детской школы искусств номер 1 он вошел в 2010 году. Это было сделано с целью дать воспитанникам коллектива профессиональное музыкальное образование. За активную концертную деятельность, за огромные успехи ансамблю было присвоено высокое звание «Образцовый творческий коллектив». Для ансамбля характерно стремление к сохранению образцов народного хореографии, народного искусства. И, конечно же, это обращено прежде всего к сохранению бурятского национального хореографического искусства. Поэтому в репертуаре ансамбля много бурятских танцев, такие как торжественный танец «Цвети, Бурятия моя», танец «Риэнсэсэк», «Топ Табаро», «Небесной воительницы», «Тенгерин Дайчит» и так далее, и другие. С 2018 года началась работа над циклом постановок, в основу которых легли мифы о происхождении бурятских родов и племен, и их прародителей. И так легенда о Большинхатан легла в основу танца «Небесные всадницы», а сказание о прекрасной деве лебеди, прародительнице Хори Бурят, легла в основу хореографического номера «Саган Дали». Коллектив участник многих престижных конкурсов и фестивалей. И не только участник, но и победитель. Так он дважды лауреат Международного фестиваля конкурса хореографического искусства имени народного артиста России профессора Юрия Громова, город Санкт-Петербург. Обладатель гран-при Международного детского юношеского фестиваля конкурса «Баденские сезоны. Франция, Германия». Лауреат регионального конкурса современного танца «Байкальский марафон». Лауреат и обладатель гран-при Международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Друзья Болгарии» Албена, Болгария. Лауреат международного конкурса фестиваля «На крыльях таланта». Лауреат конкурса «Душой исполненный полет». Обладатель гран-при международного конкурса фестиваля «Гранд-фестиваль», город Пизаро, Италия. И сейчас мы с вами посмотрим танец, который по праву можно назвать визитной карточкой нашей республики, нашего города. Это торжественный танец «Цвети, Бурятия моя», исполняет образцовый хореографический коллектив Angels, руководитель Елена Анатольевна Моисеева. Коллектив детской школы искусств номер 1 имени Лхасарана Линховоина – это образцовый оркестр бурятских народных инструментов «Арюн Заян». Оркестр был создан в 1997 году под руководством Жаргалмы Чемидаржейной Маюровой. А через 20 лет руководителем этого коллектива стала выпускница школы, ученица Жаргалмы Чемидаржейной Холхоева Мария Николаевна. Народные музыкальные инструменты представляют важнейшую часть национально-бурятской культуры, и поэтому основной задачей этого коллектива является художественное воспитание и музыкальное образование учащихся на основе прекрасных образцов и отечественной, и западной классики
ну и, конечно же, образцов бурятской национальной музыки. Соответственно, и в репертуаре этого коллектива есть произведения советских и зарубежных композиторов и очень много произведений композиторов нашей республики, монгольских композиторов. Каждое выступление этого коллектива, конечно же, привлекает внимание слушателей и зрителей к национальным бурятским музыкальным инструментам. В 2007 году оркестру было присвоено звание образцового творческого коллектива. И коллектив ведет активную концертную деятельность. Он выступает в концертах и музыкальных проектах школы, таких как «Дети ветеранам», в концерте, посвященном юбилею школы, нам 80 лет, но, конечно, с огромным успехом проходят сольные выступления оркестра бурятских народных инструментов «Арюн Зая». Это сольный концерт, посвященный началу Нового года по восточному лунному календарю. Концерт этот проходил в физкультурно-спортивном комплексе и, конечно, посвящен празднику Сагалган. С огромным успехом прошел и творческий отчет этого коллектива в 2019 году. О высоком профессиональном уровне оркестра можно судить по его выступлениям в различных конкурсах и, конечно, о победах. Вот, например, такие победы, как Гран-при 11-го международного фестиваля конкурса «Юные дарования России». Оркестр-лауреат 6-го международного конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов имени Николая Будашкина, город Чита. Лауреат первой степени международного конкурса фестиваля «Зимняя соната». Он удостоен специального приза на Всероссийском заочном фестивале-конкурсе искусств «Возрождение», город Москва. И сейчас мы с вами услышим в исполнении образцового оркестра бурятских народных инструментов «Арюн Зая» пьесу монгольского композитора Шарава «Серсен Тал. Пробудившаяся степь». В 1999 году в детской школе искусств номер 1 имени Лхасарана Линховойна было создано два концертных хоровых коллектива – хор младших классов «Солнышко» и хор старших классов «Камертон». Руководитель – Виктория Михайловна Красикова, концертмейстер Сарюна Гамбажаповна Цыбенова. «Солнышко» и «Камертон» – самые активные участники концертной жизни школы. Они выступают на различных концертных площадках. Это и городские мероприятия, это и республиканские мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам. Это концерты, посвященные Дню Победы, поклонимся великим тем годам. Это музыкальный проект «Дети ветеранам». Исполнение всегда отличается стройностью звучания, чистотой, мягкостью, благозвучностью. И репертуар этих хоров очень разнообразен. Это и классическая хоровая музыка, это произведения Глинки, Чайковского, Шуберта, Моцарта, Калинникова, Гречининова. Это, конечно же, и произведения наших композиторов нашей республики – Виктора Усовича, Дарьи Коркиной, Базыра Цариндашиева, Пурбо Дамиранова. Богата и разнообразна концертная и конкурсная жизнь этих хоров. Хор «Солнышко» – лауреат второй степени международного детского интернет-конкурса «Широка страна моя родная», город Москва.
Обладатель гран-при 11-го международного фестиваля конкурса «Юные дарования России». Лауреат третьей степени международного конкурса фестиваля «Зимняя соната». Обладатель гран-при международного конкурса музыкального творчества «Моя мелодия», город Москва. Лауреат второй степени 6-го всероссийского фестиваля конкурса «Ступеньки к успеху», город Улан-Удэ. Лауреат третьей степени Всероссийского хорового общества. Лауреат первой степени Всероссийского заочного музыкального конкурса «Мелодинка», город Москва. Лауреат второй степени международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», город Москва. И сейчас хор младших классов «Солнышко» детской школы искусств номер 1 имени Алхасарана Алинховойна исполнит песню «Музыкант», руководитель Виктория Михайловна Красикова. Богата и разнообразна конкурсная жизнь и хора старших классов «Камертон». Так хор стал лауреатом второй степени международного конкурса фестиваля «На крыльях таланта», лауреат первой степени международного конкурса «Мой край», лауреат второй степени всероссийского конкурса для детей и молодежи «Талантливое поколение», город Москва, лауреат первой степени международного конкурса для детей и молодежи «Умные и талантливые», город Москва. Хор «Камертон» участвовал и в постановках оперных спектаклей. «Пиковая дама», Бурятский государственный академический театр оперы и балета, в опере «Травиата» в гастрольном туре Мариинского театра в 2019 году. Сейчас прозвучит в исполнении хора старших классов «Камертон» песня «Хлопай в такт». Еще один творческий коллектив детской школы искусств номер 1 имени Алхасарана Алинховойна. Образцовый оркестр русских народных инструментов «Надежда». Оркестр был создан в 2009 году молодым педагогом Надеждой Анатольевной Якимовой. С 2010 года руководителем оркестра стала выпускница этой школы Юлия Анатольевна Кириллова. Оркестр очень много выступает на различных концертных площадках нашего города. Памятными и знаменательными стали такие концерты, как концерт учащихся и преподавателей фортепианного отделения школы, где юные пианисты выступали в сопровождении оркестра «Надежда». Также концерты, посвященные Дню Победы. Это музыкальный проект «Дети ветеранам». Эти концерты прошли на сцене концертно-театрального центра «Феникс» и на сцене Бурятского академического театра оперы и балета имени Гамбо Цыдынжапова. Конечно же, огромный успех выпал и на долю сольного творческого концерта оркестра «Надежда». В репертуаре оркестра произведения разных жанров, разных стилей, композиторов разных стран. Свою состоятельность детский творческий коллектив не раз подтверждал на различных конкурсах, среди которых международный конкурс «Роза ветров», город Байкальск. Здесь оркестр стал обладателем гран-при.
лауреат второй степени Всероссийского конкурса оркестров и ансамблей «Многоликая Россия», лауреат международного конкурса «Роза ветров. Город Москва», лауреат третьей степени международного конкурса фестиваля «Сильвер Бич. Город Шиофок. Венгерская республика», лауреат международного конкурса фестиваля детского и молодежного творчества «Преображение. Город Санкт-Петербург», обладатель гран-при международного конкурса фестиваля «Сибирь зажигает огни. Город Томск». Дважды оркестр становился лауреатом международного конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов имени Николая Будашкина, город Чита. В 2017 году за активную концертную деятельность и огромные успехи, и огромную результативность оркестру русских народных инструментов «Надежда» было присвоено почетное высокое звание образцового детского коллектива художественного творчества. В настоящее время оркестр работает под руководством нового дирижера Масловой Надежды Владимировны. И сегодня оркестр пополняет свой репертуар новыми произведениями, новыми сочинениями и воплощает в жизнь новые идеи. Евгений Крылатов «Что может быть лучше России?» исполняет образцовый оркестр русских народных инструментов «Надежда».